1991 году в результате конверсии на свет появилась ТОО «Фармапласт», которая освоила производство пластиковых и базальтопластиковых труб. Благодаря тому, что «Фармапласт» использует собственную, уникальную, не имеющую мировых аналогов технологию, его продукция пользуется немалым спросом в нефтяной промышленности и при строительстве, как на Урале, так и в Западной Сибири, Поволжье, а также в странах зарубежья. НПО «Фармапласт», улица Академика Королева, 21, телефон 39 13 82.